Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков, на канале Мачо.ру. Мы в Китае, в городе Шанхай, вернее уже в пригороде. Едем сегодня на завод, который делает продукцию, в том числе для бренда Лобригард. Это завод достаточно большой, он наполовину государственный, наполовину принадлежит компании строительной крупной. Вот, они занимаются тем, что производят в основном PVL продукты для Лобригарда. Линейку всю абсолютно, в том числе и бочковые продукты, и двадцатки, и фасовку всю абсолютно. Вот, 3 часа от города езды до завода на машине легковой. Вот, ну, находится он, я так понимаю, в промышленной зоне какой-то, примерно 200 км с копейками плюс-минус. Вот, побывали на заводе, там все очень жестко, потому что это полугосударственная структура. Вот мой друг Алекс договорился с тем, что насчет того, чтобы нас там пропустили поснимать. Не знаю, как получится это все у нас сделать, потому что там все очень security check. Посмотрим. В общем, видео завода будет чуть попозже. Надеюсь, это всем будет интересно, потому что мы посещаем уже второй завод китайский. На первом мы были в заводе Liaobank, он занимается чисто химией. Поэтому на масляном заводе в Китае, который занимается блендингом, мы будем первый раз. Ждите материал. А мы пока поедем, поспим маленько. Тут с Дмитрием Михайловичем.